Привет, с вами Игорь. Сегодня покажу, как мой мотоблок справился с целиной. Вот сам мотоблок. Только что я им выехал с этого участка. Вот видите, даже все ножики у меня целые. Хотя я сомневался, что они останутся все целые. Вот. Боялся, что пообламываю. Сейчас покажу характеристики мотоблока. Не знаю, видно, не видно. По-моему, видно. Вот. И столько, что я перепахал или перекультивировал вот эту вот участок. Вот тут он небольшой, но дело в том, что он тут никогда не обрабатывался. Тут были такие, ну, небольшие деревья. Вот такие вот вишенки росли. Поросль такая и даже потолще. Вот. Тут щебень лежал. Я потом покажу, сколько я щебня отсюда вытащил. Но мотоблок справился. И при том еще и даже, моему удивлению, очень хорошо справился. Вот такие вот я корни отсюда, видите, перемолол. Вот, сейчас покажу. О, вот такая-то кора осталась только. Вот корень. Даже вот такие вот попадались. Палки, ну, корни. Вот еще тоже куча корней навыкидывал, видите, и такие, и такие. Ну, это вишни, вот этот поросль от вишен, она попорола землю, повырастала вот такое вот. Тут, да, вот все палочка, на такой корешок, он его здесь вот погрыз, поднял мне ее, я ее потом оторвал. Вот, земля теперь здесь получилась мягкая, такая пушистая. Вот, теперь я здесь посажу перчик тут. Такая, ну, делянка такая, участок защищенный от ветра. Тут всегда солнечно. А еще вот корень остался какой-то. Ага. Ладно, потом я ее вырву. Тоже его обрубал, но не вытащил почему-то. Я потом ее вытащу. Да, так вот он справился, мой мотоблочок. Так что очень неплохой. Вот. Там есть, еще хочу сказать, вот этот вот вал основной. Есть модели с более тонким валом. Вот, вот здесь вот толстый. Если, я думаю, он был здесь тоньший. Ну, сейчас я не могу показать. Он забитый землей. Тут ее тоже не видно. То он бы, наверное, даже согнулся на этом грунте. Но тут вал толстый. Поэтому, если надумаете, выбирайте вот этот вал, чтобы был самый толстый со всего модельного ряда. Вот. Ну что тут еще? Мотоблок бензиновый. Заводится отлично. У меня там есть видео. Я его завожу на канале. Так что справился он очень даже и неплохо. Еще кроме вот этих вот корней. Ну, здесь вот этот вот участок, как я уже сказал, никогда не обрабатывался. Такая целина, можно сказать. Это еще и корни, вот эти вот трава. Ну, пери и трава-то он справился, это не страшно. Но вот такие корни, конечно, попрыгал он у меня, но все ножи на месте, ничего не обломалось. О, еще я вытащил с этого участка вот эту вот кучу щебня. Вот она. Видите, да? Вот так вот, если стать, ну, тут получается вот аж до этого
бетона. Возик. Возик щебня. Даже вот такие вот камни тут попадались ему под ножи. Вот. Вот он. Видите, да? Зацепил, видно, ножами его повыщербывал цей камень. Это, конечно, нехорошо, но главное, ножи остались на месте. Все в порядке с мотоблоком. Он такое испытание выдержал. Хотя я даже и сомневался. Ну, я больше всего, конечно, за ножики боялся, что они поотламываются или подгинаются, но они не отломались, не отогнулись. Все на месте, все в порядке. Вот. Ну, немного, конечно, тут вот затупилось. Но это не страшно. Главное, что оно все на месте тут. Все держится, ничего не согнулось. Вот. Ну, короче, вот такой трэш был у меня сегодня. Да, иногда он у меня прямо с рук выскакивал. Так его подкидывало, прыгал, подпрыгивал, куда-то хотел убежать, ну, когда на корень налетал или на камень. Я ее прям еле в руках удерживал. Но все пока что в порядке с ним. Ну, на огороде то понятно, что ничего ему не будет. А вот здесь это испытание было, конечно, жесткое для него. Такой себе испытательный полигон для мотоблока. Да, ну, теперь граблями немножко загребу тут. Тут кучи. Немного корни повыбираю еще, те, что остались. Вот, такое, вот, видите. Корней тут было, да. Тут. Короче, вот такое вот видео. Так что мотоблок выдержал такое испытание. Ну все. Всем пока. До следующих видео.